Эти энергичные люди не позволяют себе предаваться мечтаниям, воспринимают только очевидные и реальные, доверяя прежде всего себе и своему здравому смыслу. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Их поступки и действия отличаются систематичностью, методичностью и тщательностью. Нередко носители этого имени добиваются власти и авторитета благодаря работоспособности, порядочности и ответственному отношению к жизни. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.